Внимание! Данный ролик не является бесплатным пошаговым руководством для дилетантов и носит ознакомительный характер. Все возможные риски, связанные с непрофессиональным вмешательством, владелец техники берет на себя. Ремонте телевизор Sony модель KDL-26P2530. Дефект, аппарат не включается. Красный светодиод на передней панели телевизора мигает сериями из 4 вспышек. Данная ошибка сигнализирует о том, что неисправны лампы LCD панели, либо плата инвертора телевизора. Приступать к ремонту следует со снятия задней крышки. Конструктивно модуль инвертора расположен на втором ярусе, и для того, чтобы иметь к нему доступ, необходимо демонтировать модуль питания телевизора.
сначала следует проверить трансформаторы на предмет обрыва обмотки, так как они чаще всего становятся причиной возникновения четвертой ошибки данной модели телевизора. Проверить трансформатор можно, установив щупы мультиметра на разъем лампы панели. Проверка трансформаторов выявила обрыв обмотки в одном трансформаторе и повышенное сопротивление в другом. Неисправные детали были демонтированы с помощью паяльника и медной оплетки.
Необходимые для замены трансформатора найти не удалось, поэтому был заказан модуль инвертора в Китае. В итоге был получен модуль инвертора, несколько отличный от заказанного. Модуль без переделки не подошел, а два замененных трансформатора по-прежнему выдавали четвертую ошибку. Замена всех трансформаторов на родном модуле, взятых с донора, решила проблему. Контрольное включение телевизора прошло успешно. Появилось нормальное изображение, светодиод перестал показывать ошибку. На этом ремонт был закончен. Если данное видео оказалось вам полезным, поддержите канал, подписывайтесь, ставьте лайки.